увидел рампы, конечно, адреналин вот этот вот. Немного страха вот было. Первый я прыгнул как бы, ну, нормально, на столик, там, с маленьким столиком. Второй прыжок я... меня свечкануло, и в этот момент меня сорвало с мотоцикла, я упал на спину. На входе я открыл много газа, из-за этого меня как бы оттянуло, и я вылетел вот так вот. Потом мне просто Гаврилов Кирилл посоветовал включить выше передачу, третью. Я три передачи так, не вывинчивая прям там, а просто так, ну, мотор так работает на низах. И вот в этот момент я начал уже припрыгиваться. Подъезжался, спрашивал, ну, у меня привычка с мотокросса осталась, это ногой выравнивать мотоцикл. Ну, это неправильно в этом фристайле. То есть надо, чтобы всегда подножки желательно стояли, ну, ноги желательно, чтобы стояли на подножках. Это как бы, ну, мотоцикл с-под тебя уходить не будет. И обязательно надо долетать до приемника. Как бы. А так, ну, чтобы ты постоянно находился на... в центральном положении и как бы, ну, управлял мотоциклом, как тебе надо. Вытянул, ты чик поправил, дальше летишь. Там, ну, вот, полет сам, вот, чтобы ровный был. Чтобы тебя не выкинуло, ты вот так вот летишь в свечке. До приземления вылетел, чик выровнялся, вошел. Ну, правильно. I've done everything as you say. I followed your rules without question. I thought it would help me see things clearly. But instead of helping me to see, I look around and it's like I'm blinded. I'm spinning out of control, out of control. I'm spinning out of control, out of control. Огневский Виталий. Едем дальше.